Если утром что-то заболело, радуйся тому, что ты живой. Значит, вялое, потасканное тело как-то реагирует порой. Вот ты пробудился с позаранок, организм твой ноет и свербит. Не скорби о том, что ты подранок, а проверь-ка лучше аппетит. Если ж и со стулом все в порядке, смело челюсть с полки доставай. Приступай к заутренней зарядке, на ходу протезов не теряй. И сложив себя из всех кусочков, наводи фасон и марафет. Нацепи и галстук, и носочки, распуши свой тощий перманент. Главное, под ветром не качаться, чтобы не рассыпаться трухой. А вообще ты выглядишь красавцем. На молотку бросил взгляд лихой. Силы подкрепив свои кефиром, ты готов сражаться с целым миром. Показать всем Кузькину мамашу, чтобы елки-палки знали наших. Если ж нету спазмов с позаранок, коль кефир не пьешь, не ешь баранок, может, час не ровен, тебя нет. Коль пустые души, рукомойник, может, ты уже того, покойник. Сослуживцы вешают портрет. Так привет вам, утренние боли, вы благая весть, что я живой. Что еще я порезвлюсь на воле с этой вот молоткой озорной. Раз продрал глаза, всего ломает. Чую, рвется жизненная нить. А молотка позы принимает. Дура! Надо в скорую звонить.